друзья, сегодня будем снимать вакуумный усилитель тормозов, тормозной цилиндр и педаль тормоза. Снимаем и меняем на другой, потому что не знаю, почему-то этот не работает. Сейчас буду подготавливать, снимать все, что здесь необходимо. Вот здесь вот снять, вот эту гаечку подкрутил, вот это снять, вот эти гайки открутить, раз, два, три, четыре. Вот этот шланг, вот этот шланг и вот этот шланг. Открутить вот этот и вот этот шланг, эти две трубки, слить тормозную жидкость. И с этой стороны все готово к тому, чтобы снимать. С той стороны, соответственно, немножко по-другому будет все делаться. Давайте приступим к разбору. Так как я уже это все делал, я уже все это знаю. Все фишки я включаю сразу же все. Уже знаю, что куда идет. Здесь надо будет менять вот эту трубку, потому что она не очень хорошая. Фишки, которые нужно отключать, соответственно, они очень сложно отходят от вакуумника. Отключаем фишку, да, сейчас вот эту снимаем. Здесь у нас головка наводилась, не помню, на 11, не на 11, на 10, головка на 10. Откручивается очень удобно, это легко, нету никаких напрягов, потому что уже, как говорится, я крутил это все. У меня это все заняло, в прошлый раз у меня заняла установка вакуумного усилителя 2 часа. Сейчас я не знаю, сколько у меня займет времени. Здесь на 11 или на 12. Я не понимаю, честно говоря, на 11. Это все убираю для того, чтобы не мешало вытаскивать вакуум, потому что здесь не сказать, что удобно его вытаскивать, но не сказать, что сложно. Эти продукты просто будут мешать. Многие говорят, что необходимо еще вот эту коробку снимать, но я считаю, что не обязательно ее снимать, ее можно без нее. Здесь единственное, вот в этой пластиковой штучке, там есть зажимчик, далековато он находится, и очень удобно туда подлазить. Ну, я сейчас найду что-нибудь подлиннее, какой-нибудь отвод. Снимаю с тормозного цилиндра два проводка здесь идет на крышку. Не с тормозного цилиндра, а к бачку тормозной жидкости. Убираю их в сторону. Такой маленький фильтр. Для того, чтобы снять вот этот вот крепеж, вот этот вот, необходимо, получается, вот отвертку я взял, на нее два упора. Изнутри, сейчас я покажу вам. Вот, все. Вот видите, если для того, чтобы ее снять, вот этот вот крепеж, здесь необходимо, грубо говоря, вот с этой стороны
просто нажать немножко вот на эту пластиковую штучку, чуть-чуть поднажимаем, и она вытаскивается, чтобы не было никаких эксцессов и ничего не сломалось. Это мы все отодвигаем в сторону. Здесь все фишки сняты, и полностью все четыре фишки убираем в сторону, чтобы они нам не мешали. Забираем щелчок. Так вот, почти все отсюда убрал. Вот, в домашних условиях она снимается гораздо проще. Здесь я сейчас ее снял, поднадавил, с другой стороны тоже вытащил. Аккуратненько выводим. Заодно проверим данную, насколько она работает, с этой стороны. Там есть клапан односторонний. По факту клапан должен быть из вакуумного усилителя, должен идти воздух, а в него не должен поступить. Все работает. Клапан нормальный, то есть трубку менять не надо. Это уже не обратно. Ну что, дальше я снимаю жидкость. И с другой стороны уже откручиваю. Здесь откручиваю, а дальше уже будет. Дальше для снятия вакуумника необходимо, но, ребят, слышите, будет снять вот эти две трубки, которые я уже вам показывал. Здесь гайка, и с другой стороны гайка, вот эта вот металлическая такая накладочка, ее снимается, и дальше уже с другой стороны снимаем полностью, откручиваем педаль. Ну, как вы увидели, здесь почти я все освободил, сейчас сливаю жидкость. Мы слили тормозную жидкость, и сейчас буду снимать уже этот бачок. Открутили, открутили. Мне его аккуратненько с поворотом извлекаем. Вот такая штучка. Все откладываем в сторону. У нас появилось место добраться к фишке. Это надо снять. То ее нужно чем-то подбить. Так, слушайте, ребят, весь процесс здесь не буду записывать по снятию педали. А здесь у нас получается вот здесь болт, вот здесь болтик, вот здесь болтик, вот здесь вот с этой стороны, и один сверху. Отодвигаем, здесь вот болтик внутри. Снимаем его, снимаем вот эту фишку, вот эту вот. И вот этот вот датчик, лягушку. И все, больше здесь нету, нечему мешать. Дальше снимается у нас уже... А, здесь вот еще здесь такой вот закладочка где-то на тут. Вот. Не видно ее. Ну, где педаль прикрепляется. Где-то она здесь.
Ну тут все увидите, здесь несложно. Здесь отверточка снимается. Все несложно. Смотрим за проводками, чтобы ничего нигде не зацепилось. Потому что здесь есть проводочки, вот у меня, например, они реально мешают, и они могут зацепляться. Так, дальше у нас идет. Вот я говорил, что проводочки могут цепляться. Цепиться должен. Поворачиваем еще разочек. И вот мы уже на месте. Чик. Видите, и мы уже на месте. Оказывается, не так страшный черт, как его малюют. Убираем лишний провод, который у меня здесь висит. Так. Эти провода тоже мне сюда -то чем прилетели бы. Они не должны были здесь не мешать. Должны были здесь быть. И зажатыми, но они мешали. На месте. Ну что, ребята, я еще покажу вам, когда запускать будет ли все это работать. Мы, соответственно, увидим, если я все это поставил, все будет работать, то есть я запущу. Потом только надо будет съездить, прокачать тормоза, либо мне поможет, может, жена понажимать на педаль. Вся система не разбиралась, тормозная жидкость не сливалась, соответственно, надо будет смотреть, как будет работать. Если все работает, то, соответственно, все замечательно и можно будет жить. Всем не забываем подписываться на канал, ставьте лайк, комментарии обязательно, потому что работы немало, с видео постоянно это долго, но неудобно немножко. Пока.